Я что-то отстал. Я взял велик с маленькими колесиками. Что-то я это как-то. Так сначала было три, я одно отломал. Сейчас. Ты как в этой ситуации? Полечите! Полечите меня! Ну блин. Давай. Крути педали. Жека лузер. Отстал. Чё, блин, тебя ждал? Еще не знаю. Где вы там, а? Фига вы далеко. Ой, посмотрел, называется, назад. Обгон, давай быстрее! Ну-ка, 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 иди сюда! Эка, где ты там? Сзади. У меня другой вопрос. Почему у меня половина хп? О, Жека на машине. А, это ты не стукнул, понятно. Okay, my friend. I'll take care of the LSPD. Я тебя не стукнул. О-о-о! Шо вы так долго? Сука. Ты уже взял бы пикап, чтобы мы запрыгнули. Давай. Блин, интересно, у меня есть парашют или нет? Можешь подобрать там. О, кстати. Показывать шлем, показывать шлем. У меня два шлема есть. А паспорта нема. Я, блин, на каблуках еду! Опять залипание, да что у нас? Что там происходит? Я на край выехала, пока залипание, она то дальше едет. И еле успела. Еще в секунду я полетела вниз. Чё, зато с тобой мы, может, встретились там где-нибудь. Да ладно, там же всё окей, чё. Не, Женя просто меня обогнала, я стоял себе стик подбирал. А, понял. Пытался найти бронежилет, парашют, чтоб отображать, не нашёл. Опять залипание, да? Что у нас? А чё ты shift постоянно нажимаешь? Зажми и держи его. Я автоматически. Чем ты его жмёшь? Я автоматически. Автоматически. Не надо так. Так, срежем. Ну-ну, я уже пыталась. Давай, срезай. Тихо, тихо, тихо. Тихо, крути. Я еду под 15 градусов к земле, но это норм, я еду. Жень, мы тут поворачиваем или нет? Вы едете на самый верх, и там стоите. Мама! Чё, слетел? Я, короче, я... Давайте за мной вниз, короче.
Ой же ж ты мой. Я еще еду, я еду. Капец, что тут? Все, мы на самой вершине. Ой, елка! Ну прямо вот, ну. А он нет. Так, watch your back, давайте, спускайтесь как-нибудь вниз, короче. Зачем? Лучше ты к нам. Ай, да что ты будешь? Я обнимаюсь с деревьями, я занят. Жень. Как ты мог? Я просто до этого пыталась, что-то велик как-то из воды мне не достали, помните? А. Да, было что-то. О, Жек, мы рядом. Вот это да, вот это класс. Вот это было экстремально. Я, кстати, до своего велика, кажется, сейчас добегу, блин. На бензиновом движке еще круче, мама! Что? Что происходит? Какой бензиновый? Я на байке. Лека, давай сюда и заказывай. Едь ко мне, садись, там личный транспорт мешает. Блин, давайте все вместе втроем съедем на байк. Подожди, я еще жива, блин. Давай, Жека. Погоди, я еще жива, я тут по каньончику еду просто, блин. Вот это скорость. У-ху-ху-ху. Да! Там столько эмоций. Жека, вы заказываете. Сейчас. Я жива. Причем, а давайте по дороге. Там дорожка интересная. Нет! Какие? Вот на эту сторону. Вот эти? Да. Ай, стойте, езжу. Стой, Жека, стой, все вместе поедем, тормози. Чтобы было больше шансов друг Жека. Друга. Жека! Тормоз был. Слышишь? Спрятался, я думаю, где он? Ты его видишь? Смотрите, он да. Стоит. Мастер маскировки, если учесть, что у него виден ник. Так, ну что? Господа, три. Раз, два, три. И самый последний такой газон. А чё, я просто Так, Женя уже выбыла, кажется. А тут... Ой. Нет, Жека. Я еще не выбыла, иди. Пень. Женя уже всё. Сейчас я выбью. А, нет, я, кстати, лечу. Мой байк на трассе. Охренеть. Мне чуть-чуть не хватило, ты понимаешь? До смерти. Аминь. Мама, лечу. Вот и я летела. Все, я по дороге уже не еду. Я вылетел просто. Между деревьев. Как? Дерево! Что, Дог Браун убился? Не дождетесь. Так я и не говорю, что прям жду. Я спустилась. Нет, пути, мой байк на путях почти. Ладно, не на путях. Нет, поезд. Поезд, дыши. Не надо тот. Дыши. Ну чё, кто где? Я на какой-то ферме. Я за побежу. А я вообще, походу, с другой стороны от вас. Где-то. Ладно. Я на другую сторону падала. Так, ладно. Где вы там все? Ай, чувак. Тяжелый случай. Нормально. Правее от камня. Вот сюда и там налево вниз. Ну, экстрим начинается. Поехали. Твою дивизию, ты... О, класс! Я еду, мне норм. Нет, я приехал. Я тоже приехал, блин. Сволочь. Я продержался дольше всех. Тебе повезло, ты в желоб попал. Я туда ехал специально. Так. Сейчас мы тебя забираем.
брать будем. Спасательная операция. А нет, стой! Стой. Стой. А, вертушка. Ага. Я вниз спускаюсь. Я все понял, что я Жеку увидел, потом понял, что у меня пятно на мониторе. Да, где ты? А, вижу. Ща, подожди. Куда, Жень? Я так хотела это сделать! Да! Жень, прости. Я реально хотела. Все, больше не буду. Это мой вертолет, Фири, что ты делаешь? Или хрен? Блин, так неинтересно. Ну-ка, нормально уже до дороги почти добрался, блин, пришел спасать, блин. Вертолет! Это как этот. Прекратите дырявить мой корабль! Да-да-да. Угу. Нет, не аэропорт. А что тестируем-то? Отрывать колеса будем. Как? Вот сейчас будем смотреть. Чтобы машина не уходила, не улетала с подкулис. Я должен. Вони якось. Да ровно. Подожди, сейчас. Жень, мы тебе ее. Подожди, газуй. Прикольно. О, все, бачу, переднее крыло сняли. Так. Че, все четыре колеса, как были, так и остались. Нет, переднее крыло. Крыло сняли. Сейчас бампер на очереди. Ну-ка! Жека, я тебя, по-моему, катаю. Как? Ты знаешь, как правильно... О, есть колеса! Нету! Я сказал! Есть! Это шиномонтаж Курумы! Не-не-не, правая! Правая! Жека, давай! Чуешь? Жень, нажми М, двери и все. Не, да потом. Давай сейчас это по колесам. Ну. А ну, подожди, стой. Вот так, да. Спойлер зацепил? Все ж было. А спойлер такой замятый уже вообще, Жень. По-моему, я чуть тебя не перевернул. Ну-ка, газку. Так вот. Ломайся, открывайся. Вона мене липучками обклеює. Слушай, подожди, стой. Жека, зацени. Да это же Volkswagen Жук получился. Это же реально Volkswagen Жук. Есть еще одно колесо. Заднее правое. Два колеса. О боже, что с Курумой? Я тебе говорю, это Volkswagen Жук. Нахер? Блин, я забыла. А ты меня чего убил, у меня вопрос. Потому что хрена так и делать было. Я вообще в ту тачку целилась. Я забыла, что я одну кинула уже. Короче, суть в том, что получилось. Мы прилетели. Награда, все такое липкое. Да блин, хватит! Кстати, взорванная Курума нормальной формы. Даже спойлер вырвался. Да блин, Женя, бесишь! Реально, да, вырвался? Окей, ладно. Пит-стоп! Hey!